Thank you.
Ты что?
я сразу прикипец. Уже больно ты прикипецочка. Вот это ничего не страшно, только уж больно куда. Но ничего, ничего, мы ее подкормим. Эй, марши, покуши, несите сюда угощение. Thank you.
Oh,
хозяюшка, выгляни на минутку. Thank you.
Thank you.
Откройте, пожалуйста, эту коробку. Знаете, там свадебное платье и вода. Такая прелесть! Ой. В этом наряде венчалась еще моя бабушка. Пусть моя невеста оденет это ненадолго. А потом с обувлем в сундук. Впрочем, можно ограничиться и фантой. Конечно, конечно. Ну почему она молчит? Я хочу слышать ее голос. О, поздоровайся, слышишь? Здравствуйте, господин Крот. А? Здравствуйте, господин Крот. А? Громче, а то укушу. Здравствуйте, господин Крот. У нее очень милый голосок. Вы как всегда, как всегда. Если бы я могла открыть эту дверь, мы бы
прекрасный дом. Да. Любезная госпожа мышь, я надеюсь, вы нас чем-нибудь угостите. Ой, конечно! Я же испекла пирог с грибами. Одну минуточку. Стой! Что такое? Пожалуйста. Снимите ваш фартук. Зачем это? А вы хотели полюбоваться вашим новым платьем и шалью? Она вам нравится. Ой, вы такая в нем красивая, такая красивая. Красивая? Мышь? Этого раньше. Ну хорошо, идите за пирогом, а я пока изложу невесте свои взгляды на супружескую жизнь. Ой! 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 Ой!
Oh.
По преданию, счастье во дворец вернется лишь тогда, когда принц встретит свою принцессу, единственную, которая нужна ему.